Почти 2000 семей региона в этом году улучшат жилищные условия. Об этом заявили чиновники на заседании областного правительства. В это число войдут дети-сироты, ветераны войны и молодые семьи. Все они получат квартиры в рамках областных и федеральных программ. Также власти заявили о том, что регион будет принимать участие в новых программах, которые еще только готовят в Москве. На сегодняшний день существует новая программа федеральная. Это строительство жилья для российской семьи. Мы на сегодняшний день проработали два проекта. Эти два проекта будут строительство на полях Юго-Востока. Плюс в этой программе это субсидированное оплачивание сетей. Правда, есть и о чем задуматься. К примеру, сам областной центр не включен в ряд областных жилищных программ. До конца года Саратову нужно найти 160 миллионов рублей на софинансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В рамках данной заявки необходимо будет переселить 80 аварийных многоквартирных домов общей площадью 42,1 тысяч квадратных метров и переселить 2879 человек из 1468 жилых помещений. Необходимые на софинансирование 160 миллионов попросили в долг у областных казначеев. Но это оказался не тот источник, который может предоставить нужную сумму. Регион получит из федерального бюджета миллиард на программу переселения из ветхого и аварийного жилья, но эти деньги могут быть потрачены на погашение госдолга. 1 миллиард, который мы запросили через субсидии в федеральном бюджете, нам как бы обозначили под эту часть долю. Но сегодня у нас наступает время возвернуть бюджетный кредит, и Министерство финансов пока ни в какую нам не идет навстречу и заставляет нас с этой субсидии загасить кредит. Ситуация патовая. Либо область сэкономит в каких-либо других программах и погасит кредит, либо миллиард пойдет в счет погашения долга. Но тогда программу по переселению из ветхого и аварийного жилья придется приостановить.